Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам показываю балансировочный диск. Вот такая вот коробка от него. И вот он сам этот диск. Он такой цельный пластмасса, цельный. Вот этот вот пенечек, на котором он шатается, крутится. У него, видите, основание такое немножечко закругленное. Поэтому он вот так вот, как волчок, да, вот так вот шатается, крутится. Здесь у него поверхность вот с такими вот пупырышками. Сразу массаж на биологически активные точки ступней и ладошек. Кроме того, вот здесь вот на коробочке с обратной стороны показаны примеры разных упражнений, что можно на нем делать. Вот тренировка координации движения. Все на коробочке написано, расписано. И вот его артикул. 1299 цена каталога. Там 900 с чем-то цена консультанта. Олеся сейчас попробует на него встать. Трудно, Олесь? Трудно, да. Вот она вся шатается, вся. Давай вставай и попробуй какое-нибудь упражнение сделать. Но я уже не прошу тебя на одной ноге и ногу поднять, но хотя бы присесть попробуй. Наверное, это с тренировкой будет получаться все лучше и лучше, да? Ну да, тренироваться надо. Ну, хороший, да, тренировочный агрегат. Так что вот, друзья, пользуйтесь, особенно женщинам уже в таком хорошем возрасте это полезно, когда теряется координация движений. И деткам очень полезно. Рекомендуем. Покупайте.